1 июля состоится общенародное голосование по внесению поправок в основной закон Российской Федерации. Муфтия Дагестана призвал соотечественников, прежде чем сделать тот или иной выбор, внимательно ознакомиться с предлагаемыми изменениями. Особое внимание, по мнению духовенства, заслуживают пункты о защите семьи и вере в Бога. Мы видим, как за последние годы в ряде европейских стран стали с одобрения закона вмешиваться в семью, появляться однополые браки и тому подобное, и как это пропагандируется как нормальное явление общества. Такое определение семьи как союза мужчины и женщины исключает нетрадиционные формы семьи, ведущие к деградации общества. Напомню, что в нынешней Конституции РФ нет ни слова о Боге. Считаю, что поправка, связанная с упоминанием веры в Бога, сегодня очень своевременна. Для верующих людей оно имеет огромное значение, ведь нам, как никому другому, известны плачевные моменты истории, когда верить в Бога было запрещено тем же законом, когда верующий преследовался законом и был вынужден скрывать свою веру, а власть имущий должен был быть только атеистом. Достаточно спросить у наших отцов и дедов, они это все помнят и вряд ли забудут. Подробную информацию обо всех поправках в Конституцию России можно найти в интернете в свободном доступе.